Всем привет! И сегодня будем говорить о такой игре, как FNAF Plus. А точнее, поговорим о новых новостях за последнее время. Но перед началом ролика попрошу вас поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Во-первых, начнем со скрина, на котором Чика стоит прямо у нашего офиса и смотрит в камеру, но это обыкновенный фейк. Во-первых, Чика находится в пиццерии с FNAF 1, смотря по текстурам. Во-вторых, разработчик говорил, что тизеров больше не будет, поэтому этот кадр с Чикой – фейк. Теперь поговорим про новую механику в игре. Разработчик сказал, что на первой и второй ночи нам уже будет сложно. Как вы помните, во FNAF 1 сложность нарастала с каждой ночью. А тут уже с первой ночи нам будет сложно играть в игру. Я скорее одобряю такую механику, так как игрок будет заходить в игру, и ему уже на первых ночах будет страшно и сложно. Игрок постоянно будет сконцентрирован на игре. А вот во FNAF 1, когда игрок заходит, то на первых ночах не так сложно и страшно, так как по сути ты просто 4 часа сидишь и смотришь по камерам. Я думаю, что это будет круто. Есть еще одна новость по поводу механик. На одном из стримов разработчик играл в какую-то пародию на FNAF и сказал, что из этой пародии какая-то приколюшка будет во FNAF Plus. Некоторые думают, что мы сможем зумить камеры, а другие говорят, что аниматроники смогут ломать камеру. Я не знаю, что реально будет. Мне и то нравится. И скорее всего, аниматроники будут ломать камеры. Мне так кажется почему-то. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!